भूत अथ स्वरूपम् रूपं तसरजामुनिपुरी माथुरी раз лотосных стоп моего духовного учителя Нитя Лилы Правишты Ом Вишнупада Штота Рашата Шри Рупа Нуга Чари Вари Шрилы Бхакти Веданты Нарайана Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada, and all of our Rupa Nuga Gaudiya Guru Parampara. Затем я предлагаю свои пранамы тысячи раз у лотосных стоп Парам Гурудева, Шрилы Прабхупады и всей моей лучезарной Шри Гуру. My dear Prabhus, can you all move forward a little? Немножко more devotees are arriving and we're running out of Akash. Нам надо всем уместиться. Hare Krishna, Hare Krishna. And finally, I offer my pranam to our dear Aristanasana Prabhu and to Drishta Prabhu
And all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. Всем собравшихся тут Вайшнавов. So this evening, we are scheduled to continue with the discussion of Sri Damodarasika, verse 5, and at the same time, today had wonderful association with Sripada Bhaktivedanta Naimi Maharaj, and he wanted to hear about some tattva from the fifth canto of Srimad Bhagavatam, very much related to modern science. So, somewhere or other, I will have to take these two flowers and spring them into one garland. Итак, сегодня вечером нам предстоит продолжить обсуждение Шри Дамодараштики. Нужно перейти к пятому куплету. Одновременно с этим, мне сегодня была удачная возможность общения с Шрипад Бхактивиданта Наими Махараджем. И Махарадж попросил меня сказать пару слов по одной татве из пятой песни Шримад Бхагаватам, поэтому мне придется взять эти два цветка и как-то соединить их в одну свить, одну гирлянду из них сегодня вечером. It may appear that they are not related, but actually these topics are Может показаться, что эти темы отлично друг от друга никак не связаны, но на самом деле в них есть определенная связь. Here, in the fifth verse, Sri Satyavat Rishi is singing. В этом куплете Satyavat Rishi поет. The Nitya Siddha prayer, eternally perfect prayer, is manifest in his heart. Даже не поет это Nitya Siddha молитва, вечно совершенная молитва проявляется из недр его сердца. It is not his composition. Это он не сочинял эту молитву. But this eternal prayer is being manifest to him. Это вечная молитва. Проявляется через его уста. Идам те мукам боджам абьянтанива Вритам кунталай сега Раджаджа гомга Мухуджом витам вимам Раджаджа In the previous verse, he had prayed, I don't want liberation, impersonal liberation, I don't want the highest possible liberation, the personal types of liberation in Vaikuntha, and I don't even want the fruit of nine types of Vaidhi Bhakti. В предыдущем куплете Сатьяват Риши молился, он отказывался от Саюджа Мукти и даже от различных проявлений личностного Мукти, доступных на Вайкунте, и даже от према севы, доступной на Вайкунте, он даже отказался от блага, плодов, которые приносит Вайди Бхакти, Навада Бхакти. Идам тэва пунат гопала балам. I just want to see this form of yours as Bala Gopal, Baby Gopal. In Vrindavan, in my heart. Он сказал, обращаясь к Кришне, я всегда непрерывно хочу содержать твой прекрасный облик маленького Гопала, Бала Гопала. Хочу видеть тебя в сердце всегда. So if we take the verse together, there are several important implications. Если разобрать целый куплет, то там кроются несколько смыслов очень важных. The first one is, if you want to have a darshan of Bala Gopala in your heart, first of all, you have to be anyabilasta shunyam, not want anything of this world. То есть первый урок, первый смысл, что если вы хотите созерцать даршан Бала Гопала, то нужно иметь anyabilasta shunyam, не иметь никаких желаний, связанных с этим миром. Persons with worldly attachments, material desires and ambitions, no chance. Люди, которые удерживают мирские привязанности, Бала Гопал is not going to give darshan. Они никак, у них нет никаких шансов на этот даршан Бала Гопала. Бала Гопал не явит им себя. And if you have no worldly desire, but you have a desire for the opulence of Vaikuntha, also
И может вы преодолели уже все мирские привязанности и желания, но у вас теперь есть какие-то духовные амбиции оказаться на Вайкунтхе и наслаждаться достоянием Вайкунтхе, у вас тоже нет никаких шансов на даршан Малакапала. And if you have no worldly desire and no desire for the opulence of Vaikuntha, but you are following Vaidhi Bhakti, also no darshanapala. Если вас не привлекает ничто мирское больше и не привлекает никакое великолепие Вайкунтхе, но вы следуете практике Вайди Бхакти, у вас тоже нет шансов узреть Балагапала. Сакали джагати мори кори види бхакти браджбаб пайти нахи шакти. Many persons in the world follow rules and regulations of devotional service strictly, but it does not have the power to awaken the mood of braj by which Krishna in braj may be realized. Вайди Бхакти не обладает должной силой, должной шакти, чтобы развить такую любовь, которая необходима, чтобы привлечь Кришну, чтобы быть с Кришной во Врадже. So he is only attainable by Рагануга Бхакти. Кришну можно достичь только посредством Рагануга Бхакти. And that is the eligibility for that comes from the lobha greed. И лобха, сильное страстное желание, является квалификацией для начала практики Рагануга Бхакти. That greed is not some type of mental or intellectual fascination or interest. Но это страстное желание не является продуктом просто фантазии или какой-то сентиментальной привязанности. But the lobe is a manifest in proportion to one's internal realization that comes from hearing from Braj Rasik Vaishnavas. Лобха тесно связана, пропорционально растет, пропорционально соответствует реализациям, которые преданный имеет благодаря слушанию Браджа Расик Вайшнавов и Харикатхи. Коти джанма сукитар налабьете. One may follow rules and regulations for thousands of lifetimes, but unless one has the association of Braja Rasik Vaishnavas and hears from them, then that intense greed will not awaken. Человек может придерживаться правил предписаний в течение тысячи жизней, но если ему не посчастливится тесно общаться с Браджа Расика Вайшнавом, вот эта лобха никогда не проявится в его сердце. When the greed becomes very deep, лобха, когда она становится интенсивной, and by the mercy of Nam Prabhu, gradual revelation of Krishna's Nam, Rup, Gun and Parikar, now the devotee can engage in a Parikar Smaranam, remembering Krishna's associates, which is the prominent element in И когда по милости святого имени Нама Прабху преданный начинает осознавать форму имя Кришны, форму, качество, и затем парикаров, его спутников, и парикар смаран — это важная составляющая Рагануга Бхакти, он медитирует уже на спутников Кришны. So now in this verse, Sri Satyavad Rishi, his greed is intense and he is engaged in Krishnam Smaram Janam Chasya, remembering Krishna along with a loving associate. И в этом стихе уже проявляется сильная интенсивная лобха Сатьявата Риши, который медитирует уже не на только на Кришну, а на Кришну в сопровождении парикара. Итам тай мукам можам абьякта ниле. See, Krishna's face is like a lotus flower. Лицо Кришны подобно лотосу. And surrounded by curling locks of hair. Обрамленное его прекрасными вьющимися кудрями. So we have just been hearing, by coincidence, Vichalakavartamakamtavakundalasri. Very similar verse from the Pranay Gita of Braja Gopis. По совпадению мы как раз слышали с вами уже два дня подряд про Алака, про локоны Кришны, из стиха из Пранай Гиты. Vritam kundalai snigdaraktai stigopya. Gopi Abu is Chumbita, and that lotus face is being kissed again and again by a gopi. И гопи снова и снова обцеловывает это прелестное лицо, это лотосное лицо Кришны. So in the first verse he said Yashoda Biolokaladhavamanam. Directly he mentioned Yashoda. So why not here? В первом же куплете Сатьявата Риши упоминает маму Яшоду по имени. Почему бы он не упомянул ее сейчас? Почему он не сказал Яшода обцеловывает? Because something very daring has appeared in his heart. Потому что какие-то очень храбрые мысли, такие храбрые мысли закрались в его сердце. He would like to see Radhika kissing the lotus face of Sri Krishna. Появились духовные амбиции, ему хочется увидеть, как Радика обцеловывает лотосное лицо Кришны. But he dare not open that. Until the last verse it will come out. Не осмеливается открыто выразить эти чувства, эти мечты свои духовные. Но позже это все равно выльется наружу. So,
The curling hair of Sri Krishna. Локоны Кришны. The redness of his lips. Его алые губы. This is the vibhav. Это вибхава. Stimulation of love. Это удипана, то, что стимулирует любовь. And the kissing again and again of Radhika. Постоянные поцелуи. Is the anubhav to that vibhav. So all the various Радики, это ее so, rasa samagri, ingredients of rasa being manifested. Внешние проявления ее чувств, ее навыков, что она снова и снова целуется Кришной. Все вот эти составляющие расы, раса самагри, начинают проявляться. But you'll notice that Satyavrata Rishi is not saying, he's not describing any extended leela. That Radha Krishna walking on back of Jamuna, then they play in the water, then they come out, and then they swing. And then they go, they return to their homes. He's just meditating on one moment, one location, and the pastime is taking place in that one location, and he's fully fixed on that. То есть, обратите внимание, что он не описывает какую-то лилу Радхи и Кришны, как они встретились, как они вместе пошли гулять, как они вышли на берег Ямуны, он фокусируется на одной мизансценке, вот этой сценке, которой Радха целует лицо Кришны, локальность. Why? Because this verse is an example of mantramayi upasana. Потому что этот стих является примером мантрамайи упасана лила питхи. Krishna's nitya lila, eternal pastimes. Вечные лилы Кришны, нитья лилы. Are manifested in two ways. Проявляются двумя образами. That is. Mantrupasana mai lila pith and swarasiki lila pith. Mantra mai upasana lila pitha and swarasiki lila pitha. So don't begin when we discuss this. We don't begin with the subject of different types of meditation. И когда мы начинаем обсуждение, мы не обсуждаем разные виды медитации тут. Mantra mai upasana swarasiki. We don't start there. We begin with the reality that we are attempting to approach. Through our meditation. Мы не начинаем такую тему затрагиваем с обсуждения разных. This is a completely mind-independent reality. Подходов, видов медитации. It's not generated by your thoughts, feelings, or visualizations. Тут наше мнение и наши чувства, ощущения не важны, не играют никакой роли, потому что это реальность независима от наших идей, нашего ментального восприятия. So Sri Krishna's aprakat lila, unmanifest pastimes, is manifesting two ways. The mantrapasana mai lila pith. That means the lila pith, a pastime location wherein lila is going on, which is approached through mantra. То есть сейчас мы говорим о реальности такой, как она есть, о духовном мире, о нити лила Кришны, и у него есть две разновидности. Есть мантра мои упасана лила питха, то есть лилы, которые как зафиксированном месте, который можно осознать с помощью мантры. And then there is the swarasiki upasana lila pith, that is Krishna's nitya lila, astakali lila, going on 24 hours a day. А также есть in many different locations. Астакали лила, сварасики упасана лила питха, то есть лилы Кришны, как они происходят, его повседневные лилы с утра до то есть 24 часа в сутки. Radha Krishna wake up in the morning in a beautiful kunj, and then they realize, oh, we have to return to our home, so Krishna goes to Nandagaon, and Radhika returns to Yavat. There's a bittersweet moments together in the morning prior to separation. То есть Сварасики, that is Mangalarti. Первое, что происходит, Радха Кришна просыпается в кунже, они влюблены друг в друга, но тут они осознают, что им пора расстаться очень скоро, что скоро зайдет солнце, и Радике нужно срочно вернуться в дом свекрови, Кришне нужно вернуться домой. Это такой горько сладкое, такой трогательный момент переживаний по поводу предстоящей разлуки, потом они разбегаются по домам. After bathing and dressing, Radhika will come to Nandagaon to cook in the kitchen of Mother Yashoda. И позже, вернувшись домой, Радика омоется и придет готовить завтрак в Нандагаон на кухне мамы Яшоды. After taking breakfast with his friends, Krishna would go to take the cows out to graze at Govardhan. Кришна позавтракает с друзьями, и позже он уйдет пасти коров на Говардане, например. Shrimati Radhika will go home and make some on some pretext go get out of the house. And meet with Krishna at Radhakund. Радика вернется в дом свекрови, потом быстренько придумает какой-то предлог, чтобы убежать из дома и повстречаться где-нибудь с Кришной на Говардхане. So this is what Swarasiki Lila is going on eternally. Это
Бхакти Сарасики Лила, которая происходит вечно. And the mantra upasana lila pits also eternally exist. They are the yoga pits. А мантра Вайупасана Лила Питха тоже вечно существует. Эти зафиксированные лилы. And there are many of them. And they return, Krishna's eternally in each prakash. With prakash bhed, with different manifestations. Очень много этих мантр Вайупасана Лила Пит, множество, бесчисленное количество, они все как отдельные пракаши. Now these two lila pits, even though we speak of them as two, but they also are not different. Мы говорим об этих лила питхах, как будто бы они разные, но на самом деле нет в них разницы. The example is given: if the Ganges is in a narrow place, it flows very quickly, but if the Ganga will come to a very wide place. Then if you see that, it looks like a lake, that it's not moving. И чтобы объяснить их отсутствие отличия в этих лилах, если сказать, что русло Ганги течет, и в том месте, где Ганга узкая, то она течет очень быстро. А где русло расширяется, оно становится огромной такой, как озеро, как океан, прямо then, видно. Then, on the other side of that lake, then the banks become closer together again, and it's flowing. И то есть, как озеро, оно превращается, и вода уже течет очень медленная такое. А потом позже, когда опять русло сужается дальше, опять вода течет в ускоренном темпе. So the mantramayu upasana lila pits are like still lakes in the punctuating the stream of the Swarasiki lila. И вот эти мантрамай упасана лила питхи, это как пунктуация в сварасике лилах, это как озера внутри русла вот это подвижных лил Кришны, сварасика лила. So, the important takeaway from this understanding. Что нужно извлечь из что нужно понять из этой Is that one cannot approach the сварасики лила, the астакалия лила. Нужно понять, что к сварасике лила у нас доступа никакого прямого нет. The point of entrance for the souls in this world is the yoga pit. Yoga pitha, mantra mayu upasana yoga pitha, это как раз вход, предназначенный для душ нашего мира. Just like you cannot surf the web unless you log on first. То есть нужно, если попасть на интернет, вы на веб зайти не сможете, пока вы не откроете там свой браузер, не включите сам модем. So if you did not log on, then your surfing is. То есть вы никуда ни на какие сайты не выйдете, пока вы не подключились. So in the same way, our consciousness has to enter into the yoga pit first. Сознание нужно подключиться сначала и вход именно вот эта мантра мою пасна лила питха. And when our realization of our services in that yoga pit becomes mature, then Radha Krishna and their associates will get up and start. Going to another place and another place. И когда наше сознание освоит вот эту медитацию, мантра-медитацию на мантра-майю пасана лила питху, то что-то в один прекрасный момент произойдет движение, Радха, Кришна, спутники встанут, куда-то пойдут, и в своей сварупе мы двинемся, тронемся вслед за ними, то есть войдем в сварасики лилы таким образом. So, to facilitate our entrance into the yoga pit, Srila Gurudev gives diksha to us. И чтобы помочь нам, дать нам доступ к йога питхи Гурудева дает нам дикша мантры. Which gives access to the Vrindavan yoga pit, Divya Vrindaranya Kalpadrumadha, Sri Matatnagara Singhasanastho, Sisi Radha Srila Govinda Devo, Prasthanidhi Sevya Mano Smara. Вот эти мантры открывают нам двери, вход во Вриндаванскую йога питху. So, and a devotee, they may, while chanting Harinam, and meditating on a verse such as this one, idam te mukham bhojam abhyat bahapidam natavaravapu. This verse is vikshalakavita mukham tavakundalasri. By remembering such verses, they may enter into that lila which is in one place. То есть преданный повторяет джапу, и потом он может перейти к какому-то определенному выборочному стиху из Шримад Бхагаватам или вот этому из Дамодараштхи, который описывает вот определенную сценку, зафиксированную. И медитируя на этот стих, преданный может получить доступ в эту йога-питху, йога-питху. Not experience the Swarasiki Lila still. Но все же он может уже начать видеть вот эти определенные, как замороженные сценки из лил, но не получать доступ к сварасика лилам. He may experience different mantra-upasana-майя lila pits. То есть различные мантра-майя upasana lila pits In the stage of asakti. Осознать на уровне асакти. But he has no experience of сварасика лил. Но все же у него не будет опыта сварасика лил. So the realization of each lila pit
is like a flower. Откровение, каждое вот это лила питхи, это подобно цветку. And as his asakti is turning into bhav, and Vishuddha Sattva is taking over his heart, then all these flowers have joined together and make a garland. Постепенно, когда его астакалия лила асакти зреет, становится более интенсивным, и поток сварупа шакти не сходит на него, эти все цветы соединяются в одну гирлянду такую. So, Srila Jiva Goswami Pai, he says, Shuddha Antakaranas Chet Smaranam Kuryat. If your Antakaran is a Shuddha, that means your inner sense, your Chitta is purified, then you can do Smaran. Эти индивидуальные цветочки тогда превратятся в Сварасика Лилы. И Джива Госвами говорит, если ваша антакарана, все чита чистая, тогда вы можете заниматься смараной, повествованием. Шудда антакарнас чет, смаранам курят. So, here Shuddha does not mean Vishuddha Sattva. Here Shuddha just means that the chitta should be very, very highly sattvic. Because chitta is an element which comes from the sattva, predominantly sattva guna. So very highly sattvic chitta can has a potency, has a capability called swachattvam, clarity, which is defined as bhagavad bimba grahitya, grahitva, bhagavad bimba grahitya, the power to catch the reflection of the Lord in the still chitta. То есть тут речь не идет, тут минимальный стандарт излагается только с вами, что чистый антакаран это чистая чита, шуда, не значит вишуда, трансцендентная сатва. Тут речь идет о сатва-гуне, потому что сама по себе чита по природе, она главным образом сатвична. So, и у нее есть качество вот этой ясности, сватча, она ясная, такая сияющая. У нее есть способность отражать Бхагаван Бимба Грахитва. Может отразить облик Господа. Чистая чита. So Mahaprabhu's first teaching, Chaito Darpana Marjanam, listen to the holy name, and so the chitta will gradually become steady and purified. Поэтому первое учение Махапрабху, повторяйте Харинаму, чтобы чита постепенно становилась чистой. When the chitta is purified and the reflection of the beautiful mantramaya pasana lilapit is coming in the heart. Когда чита уже стала чистой и отражение откровения идет о мантрамаю пасана лилапитхи в сердце. Then devotee will feel so many realizations. Преданный тут же получит множество откровений. How beautiful is this verse? Насколько прекрасен этот стих. Muhuschumbitam bimbarakta dharambe. Radhika, one kiss on his cheek is not enough. Одного поцелуя, один раз поцеловать Кришну в щечку недостаточно для Радхики. Due to anurag, when each kiss is completed, then she feels that I didn't kiss her. Каждый раз она его. So just to make sure, I have to kiss her for the first time again. И анурак вынуждает ее верить, что она поцеловала его и забыла, и кажется, что никогда не целовала. Думает, надо поцеловать. Она его целует снова, и опять кажется, что никогда не целовала, опять целует. But we should know that in the poetry of the Rasic Vaishnavas, the rasa is revealed and manifested through the dhani. Нужно знать, что раса в поэзии through the suggestions of the poetry. Всегда проявляется между слов в дхани. So, Sri Krishna has said in Bhagavad Gita, Yaya kamam prapadyante thangstataiva bhajamyaham. I reciprocate, I try to reciprocate with everyone. Krishna в Гите говорит, что я всегда пытаюсь отвечать взаимностью каждому. So we can see, from the dhwani, muhuschumbitam bimbarakta rame, that Radhika is kissing Krishna's cheek, then we should know from the dhwani, because Krishna reciprocates, that he is also overwhelmed to, he wants to kiss the cheek of Radhika also. Так если мы знаем из поэзии, из слов описания, что Радхика снова и снова целует его, то из дхвани, из скрытого смысла между строк, что понятно, Кришна отвечает ей взаимностью, и тоже его в ответ хочет целовать снова и снова. It is there. Это все скрыто там в поэзии. When you hit a bell, когда вы ударяете по... There's this initial strike. But then there are the waves. Wow, wow, wow. That's the dhwani. А если это удар по колоколу, а когда идут отголоски, вот это эхо уже, это дхвани. Тут скрытый смысл и подтекст. So when the verse muhuschum bitam bimbarakthadrambai nivay strikes the heart of the devotee whose heart has become softened by ruchi, by taste, then this realization is in waves. Стало таким мягким,
изящным благодаря пробуждению ручи, то вот эти двани, они касаясь сердца преданного, они проявляются в различных реализациях. So Vitthalacharya, he said, Prananata Parshupanu Nandini Shimukabjara Salola Sattada Radhika Patatalis Kritastitin Tambajami Rasikendra Shekara O Rasikendra Shekara Vitthalacharya говорит, Rasikendra Shekara I am trying to do your bhajan. Я пытаюсь совершать твой бхаджан. Why? I want to be situated at the lotus feet. Radhika Padatali Kritastitam. Bless me that I can be situated at the lotus feet of Radhika. Потому что я жажду оказаться рядом у лотосных стоп Радики. You can understand my desire. Благослови меня на это, ты же понимаешь? Because Prananata Parshubhanu Nandini. You, O Prananath Krishna, you are Sir Mukabjara Salola Sapada. You are like a bumblebee who is very, very eager to taste the nectar of the lips of Radhika. Ты же понимаешь меня, Кришна. Ты сам, ты Прананат. Ты подобен шмелю, который жаждет вкушать аромат лотосных уст Радики. So because Rasa always has a Vishaya and Ashraya, if a verse is describing the Ashraya, then the feelings of the Visha included in the Dvani. If the verse is describing the Visha, then the moods of the Ashray are included in the Dvani of that verse. То есть у Расы всегда есть Виша и Ашрай. То есть любящий и объект любви. И если речь идет о Вишае, то нужно в Дване догадываться о том, что взаимность присутствует в Ашрае. И наоборот, если описывается любящий, то нужно понимать, что тоже объекты любви тоже взаимные чувства. For example, Gopis have prayed, Yathe sujata chayanam buruham staneshu Vitashanay priyadati mahikarnasheshu Thenata vimmata siddhardata jena kinswit Kurpadidhi prabhadidhi bhavadayashamdha In separation, Radhika said, O Sri Krishna, when I hold your lotus feet, on my heart I place them there very gently. Because I have anxiety that you may feel some inconvenience. Испытывая разлуку с Кришной, Радика говорит, Кришна, когда я подношу твои лотосные стопы к своему сердцу, я делаю это очень бережно, чтобы никак не навредить тебе. So, following the flow of what we're discussing about Ashray and Vishay, the dhwani of this verse is that Krishna is also extremely concerned about the soft lotus feet of Radhika. И следуя Двани, вот этой теме Двани, мы понимаем, что Кришна тоже всегда с заботой относится к лотосным мягким стопам Радики. This is why, before Radhika goes on Abhisar to meet with Krishna, see Krishna earlier in the day goes to that path, and with his own hands he removes all the stones from the path. All the pebbles from the path. Именно поэтому, назначив встречу Радики, свидание в какой-то кунже, еще за несколько часов до этой встречи, Кришна идет к тропинкам, по которым он предвидит Радика, пойдет на эту встречу и собственными руками собирает все камушки, выметает все любые возможные колючки или что-то, что может уколоть ноги Радики. See, Krishna sprinkles the path along which Radhika will come on Abhisar with flower petals. Он разбрасывает лепестки цветов туда, украшает эту тропинку лепестками, выстилает ее лепестками цветов. And then he takes his pitambar and leaves that path walking backwards, wiping out his own footprints so that you'll never know. И потом он отступает назад и заметает свои следы питамбары, чтобы Радика никогда в жизни не узнала о том, что это он пришел и все так украсил и подмел там. Because loving service is not for show. Потому что любовь настоящая, она не показушная. And by serving Radhika in this way, Krishna experiences very intense relishment. И служа Радике таким образом, Кришна испытывает неописуемую радость. Because he's taking shelter completely of his Ladini Shakti. Потому что он принимает полное прибежище у своих Ладини Шакти таким образом. But Radha and Krishna are not the only Ashray and Vishay. Радха и Кришна не единственные Ашрай и Вишай. In the same way that as Krishna, as Radhika, he's very concerned that the soft lotus feet of Radhika should not feel any inconvenience. And Krishna is very concerned that the soft lotus feet of Radhika should not feel any inconvenience. So Rupa Manjari is very concerned also
That the soft lotus feet of Radhika should not feel any inconvenience. Подобно тому, как Радика заботится о комфорте нежных стоп Кришны, и Кришна отвечает ей взаимностью и всячески заботится о комфорте стоп Радики, Рупа Манджари тоже всегда бдит, чтобы Радика не испытывала никакого дискомфорта. We heard this morning when Radhika is coming with her phalanx of sakis, then Rupa Manjari is in front, finding the way. That is that Radhika will not have to walk on any uneven ground. Слышали сегодня, когда Радика, окруженная своей свитой, прибыла на Расалилу, что Рати Манджари бежала впереди и осматривала все тропинки именно с такой же целью, чтобы убедиться, что там нет никаких камушков, ничего на пути Радики. Радика as extreme King Kuri Vatsala, extreme the care, affection for her King Kuris. Невозможно описать любовь, такую заботливую родительскую любовь, материнскую любовь Радики по отношению к ее служанкам, Кинкари. And when they massage her lotus feet and she goes to sleep, then Vishwachandra Thakur said, oh, when will I massage Radhika's lotus feet and she goes to sleep? And then I will look everywhere and then... Они с такой любовью массируют стопы Радики, когда она уставшая лежит, и она засыпает, пока не массирует ее стопы, и Вишванатха Чакравати Такур говорит, когда же мне так посчастливится, что Радика начнет засыпать, и я оглянусь по сторонам, чтобы убедиться, что никто не видит, и тихонько начну целовать ее стопы. Yattei sujata charanam guruham stane. Like this, each verse is unlimited and the dhwanis are expanding. И каждый стих безграничен, но столько дхвани и анудхвани. So the devotee was coming in the stage of asakti and bhav. How they relish in the nectar of Srimad Bhagavatam. И преданные, которые духовно доросли до уровня асакти и бхавы, каким образом они вкушают нектар Шримад Бхагаватам. But you must know, in no uncertain terms, that all this lila, Sri Krishna and his associates, this is the Advaya Gyan Tattva. Но вы должны знать однозначно, что лилы Кришны и все его спутники, он его лила, это Advaya Gyan Tattva. As long as one's mind is in the duality of this world, what to speak of realize Krishna and his pastimes? Even Paramatma, no. Even Brahman, which is the least of the features of Bhagavan, is not approachable by your mind. Нужно понимать, что все лилы Кришны и его спутники, они вне дуальности. А до тех пор, пока мы пребываем в состоянии дуальности, нам закрыт вход туда, доступ совершенно к Бхагавану, не только к Бхагавану, к Параматме, и даже не к Параматме, и к Брахману, который является наименьшим проявлением Кришны, все равно дуальность не даст нам ничего осознать. So Sri Krishna has said, Yesham to antakatam bhapam Jananam punya karmanam te dvandva mohane mukta vajanti mam jada vrata. When the mind is free from sins, which is characterized by being free from a dualistic perspective. И Кришна говорит, когда ум освобождается от влияния греха. How do we know we have sins? Or we are seeing dualities. То есть, какова симптоматика грехов, греховной ментальности, то, что мы воспринимаем дуальность повсюду. Вот дуальность, восприятие дуальности, это указывает на присутствие грешности в нас. And only those who are free from duality, bhajanti mam dridha vrataha, they engage in my bhajan very firmly. Okay, поэтому Кришна говорит, моим бхаджаном серьезно занимаются только те, кто вне дуальности. Srila Krishna сказал, что Госвами said, Siddhanta balya chitte naikaralas, Jahalagi Krishna Hoite Sugdhira Manas. When it comes to understanding Siddhanta, don't be, alas, a lazy fellow. Krishna Das Kavraj Goswami наставляет преданных, он говорит, не ленитесь, изучайте Siddhanta. Siddhanta may not be immediately appealing to your mind, which is searching for various types of amusements, material play. Ум любит развлекаться, то Сиддханта может ему показаться изначально невкусной, неинтересной. But he's saying, don't be lazy. We must make an effort because jahoite Krishna lagi sudridamas. The mind becomes a sudrid, very firm and focused on Krishna. So here, bhajanti man dridabrataha and sudridamanas. By the Siddhanta, the mind will become sudrit, and you will do bhajanti mam dridabrata. No, Krishna Das Kaviraj Goswami настаивает, что нельзя лениться, нужно изучать татва Сиддханту, потому что философское понимание даст крепкость уму, ум
закрепиться, и он сможет совершать баджану Кришны. So understanding this, our Парамрасик Шукадева Госвами speaks nine cantos. И понимая это, Парамрасик Шукадева Госвами повествовал сначала 9 песен. Before describing Krishna Lila. 9 песен Шримад Бхагаватам до того, как он написал Лилы Кришны. And then for good measure, after the 10th canto, he gives another canto full of Siddhanta. А потом снова для предосторожности дополнительно еще 11-ю песню, потом сразу после 10-й тоже полную татву Сиддханты. And then in the 12th canto, Sutta Goswami gives an extra dose on top, just to make sure. И Сутта Госвами добавил еще порцию свет в 12-й песне, чтобы убедиться, что там все защищено. So we want to come to our very beautiful Siddhanta for today. Сейчас мы хотим перейти к нашей. Here we are, Canto 5, Chapter 12, Verse 9. Пятая песня Шримад Бхагаватам, 12 глава, 9 стих. It's very beautiful. You can churn butter to this. Вы можете пахтать масло под рук. Эйвам нируктам читишандавритам асам нирадам арманабуе Avidyayama Nasata Pritaste Yesham Samuhe Nasito Vishesha. So here just look at the words, the weak word meanings, and then see the context of the verse. Сейчас обсудим слова. Эйвам нируктам. Эйвам means in this way. Таким образом. Нируктам is defined. Нируктам определяется. Кшити. Кшити means earth. Кшити – земля. Шабдабритам means the power of a word. Шабдабритам – сила слова. So when we think in words, actually, we think in language. All of our concepts are expressed in language. There's a very close connection between language and conceptualism. If you don't have language, you cannot develop fine concepts. То есть мы мыслим словами, предложениями, концепциями. То есть очень тесная взаимосвязь существует между концепциями и языком. То есть человек не владеет никаким языком, он не сможет мыслить. The conceptualization is inescapably linguistic in nature. Потому что способность думать концепциями это зависит от от владения языком. So that which is called earth, then asan means asat, is not the true reality. То, что называется землей, не является истинной реальностью. Why? Nidhanat means because of being destroyed. Nidhanat, потому что будет разрушено. And Paramanavo. Paramanavo means of the Paramanu means atoms. Paramanu, атомы. In other words, what we see is made of earth is actually, we call it earth, but that is our idea in our mind. It's atoms. То, что мы видим и называем землей, воспринимаем как землю, это лишь концепция в нашем уме. На самом деле это атомы. But then, now, actually, Jagat Bharati speaking, he says, avidya manasa kalpitaste. Avidya means by avidya, ignorance. Затем Jagat Bharat говорит, avidya, то есть из-за невежества. Manasa kalpana means that the manasa means mind, and kalpana, kalpita, means the imagination. So we can say that the atoms are simply the cognitive constructs. То есть, see, they are cognitive constructs conceived through ignorance. То есть, что атомы это как фрагмент нашего воображения, которым мы придумываем заявление невежества. То есть это когнитивная продукт когнитивных конструкций наших. For example, if you look, you see a forest. Если вы видите лес. In the distance. But when you actually get there, you just see all these individual trees. Where's this thing called forest? Воспринимаете лес, но если вы подойдете ближе, вы просто видите много индивидуальных деревьев, растущих там. But due to from a distance not being able to see the individual details of that situation, you gave a collective name for it.
But it was a concept in your mind. То есть группе деревьев вы дали такое коллективное обобщающее название лес. Потому что вы не можете рассмотреть четко, что там, но когда вы приближаетесь, вы видите, что вот дерево, это, ну, а где та вещь, которую вы называете лесом? If someone says, what's that over there? Если вас кто-то It's a forest. Спросит, что там, вы скажете, лес. Nice, could you go, bring me a bucket of forest. Скажет, принеси мне ведро леса тогда. You cannot. Не может принести вам ведро леса. It was a mental construct that we gave to a sangha, to a... An aggregate of things that we were not identifying at the time. Ментальная конструкция, которую мы просто обозначили названием, вот этот агрегат того, что мы четко не воспринимаем, мы обозначили каким-то названием. Ешамсо бухена крита вишеша. The particularity of the atom comes from the самухена. That is, the самухена means by the group, by the aggregate of its constituents. Particularity of the atom? Yes. The idea of here's a particular atom arises by a cognitive representation in the mind due to the combination of its constituents. То есть ум сам придумывает вот эту концепцию того, что это структуры такой, как атом. So this is called Aikya Buddhi Alamban Rup. Here's the phrase. Yeah. Это называется Aikya Buddhi Alambana Rupa. Aikya Buddhi Alambana Rupa. Aikya means a oneness. Aikya единство. And the Buddhi means your intelligence. Buddhi intellect. And Alamban means a foundation. Alambana основа, fundament. So when you look at an object, you think that this object is its own foundation. It has its own individual existence. But that is, you have a representation of the object in your mind, and you are imagining that it has its own individual, separate, and isolated existence. And that is dualistic consciousness. То есть, когда вы воспринимаете какой-то объект, вы сами проецируете на него вот то, что у него есть своя основа, свой фундамент, на котором он покоится, то, что-то навязанное вашим восприятием. So, и вот это проявление, что что-то имеет независимое свое фундамент. И это является проявлением дуалистического мышления. It's very helpful to know the context of this verse. Нужно понять контекст этого стиха. Jat Bharat is instructing Rahugana Maharaj. Jat Bharat дает наставление царю Рахугану. And he says, we observe in this world that all the objects come from the earth. They exist for some time and then dissolve back into it again. Он говорит, у нас есть опыт, сложился опыт, что мы наблюдение, что мы видим, все порождается из земли, какое-то время существует, а потом снова исчезает в землю. So what is the reality of these objects? Какова реальность существования этих объектов? Just like if you're boiling some soup, some bubbles are coming, boom, boom. The bubbles are coming and disappearing. Варите суп, то что-то пузырьки появляются на поверхности этого супа, исчезает, пульк. Maybe you see a face in the shape or something. Может, вам кажется, вы лицо какое-то смешное увидели, там появилось на поверхности бульона вашего и But it's basically just soup. Not the soup. So in the same way, this world we are seeing, it's basically like soup. It's the earth element. It's just going boom, 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 boom. And in the meantime, when the bubbles are coming, we're saying, oh, my husband, my wife, my mother, my father, my country, my nation. Элемент земли так бурлит, кипит, а мы приглядываемся, что там всплывает пузырек на поверхности, скажем, мой муж, он жена, мама, папа, моя нация, партия, и там все это приглядываемся к пузырькам и что-то видим себе там. So Jat Bharat, he raises the question, what reality is there in any of these things, these ideas, this talk, other than just the element of earth? И Джад Бхарат говорит, что настоящего во всех этих концепциях, кроме самого вот этого элемента земли? It is only names. Вот это просто название. It is only the Aikya Buddhi Alamban Rup. We have a mental representation of different objects as being separate, independent items. То есть это наше проявление дуальности. Мы видим отдельные, разрозненные какие-то объекты. И верим, что они существуют индивидуально в таком... But the foundation of it all is just one thing, earth. Но фундамент, основа всех этих объектов, это одна основа, это земля. And then Jat Bharat speaks this
this verse. И затем Джек Барретт начинает уже говорить о земле. And now he's getting closer to the target. He said, but actually, it's not really earth either. That it, the earth is not the foundation either. Уже копает глубже, говорит, на самом деле земля не является основой всего. Because earth is made of atoms. Что земля состоит из атомов. And then he said, but actually the atoms are not really. А потом говорит, ну и атомы сами тоже не есть. Why? Because in the creation of the world, from the tamasic transformation of ahankar comes the tanmatra of sound. Потому что когда сотворяется мир из тамасичной части аханкары происходит танматра, которая называется звук. The sense object sound. And that is the subtle form of akash space. Это тонкое проявление акаши. And then from that comes the tanmatra of sparsha, touch. Потом проявляется танматра прикосновения, спарша. And when sparsha and shabda combine together, they make the air, element air. Когда спарша и шабда соприкасаются, сливаются с друг другом, они создают элемент воздуха. And then comes the shabda sparsha rupa. Then the tanmatra rupa comes and combines with the shabda and sparsha, and the element fire appears. Сочетается шабда и спарша, и появляется элемент огня. So when all the five elements have manifested, this is not earth, water, fire, ether, as you're thinking of them. These are the mahabhut. Мы говорим pure elements. О махабутах, чистых элементах, не так, как в том контексте, в котором вы привыкли мыслить о пяти элементах. Then there is the panchikaranam. То есть пять махабутов появилось. Where the five elements are mixed together to make the atoms. А потом уже смешиваются эти пять элементов, чтобы создать атомы. So every atom has five elements. Каждый атом состоит из пяти элементов. And if it's a 50%, earth is manifest, and 17.5% of the other four, then we call this earth. 50%. Is in the earth, and 17.5% of the other four elements are manifest in an atom. Then we say this is earth. То есть если проявляется 50% земли, а остальные элементы проявляются в меньших пропорциях, то мы называем это уже элементом земли. So if the atom is manifesting the 50% water and 17.5% of the other elements, then we call it water. И если это 50% вода и маленькие пропорции остальных элементов, то мы называем элемент водой. So for example, if you have a stone, the fire is there. If you hit the stones together, the fire will jump out. Потому что если ударить камень об камень, выскочит искра, то есть элемент огня, огонь присутствует в земле. Fire is there in water. И огонь присутствует в воде. Yes, just get a live electric wire, put it in the water. Возьмите провод, стоком положите воду. Put it in one end of the bath and touch the water in the other end of the bath and see what happens. Засуньте это. So fire is also in water. Обнаженный провод в воду и you get burnt by the water. Воды и получите ожог. Это доказывает на то, что огонь присутствует в воде. You see, so Jack Bart explained. Yes, we're just giving names to things, but the foundation is earth, and they said, but actually, the foundation is not even earth. То есть Джек Барретт говорит, все это просто названия, которые мы приписываем какие-то названия объектам и считаем, что у них есть своя собственная основа существования, но это не так. Земля – это основа их существования. Потом говорит, ну на самом деле это не земля даже. Oh, it's like saying forest. То же самое, что сказать. When you get close to the earth, you find its atoms. То есть зайти в лес, поймете, что там атомы. But that's like another forest. Но это тоже как лес. When you get close to them, you find its tanmatras. Приблизитесь к атомам, поймете, что там танматры. And the tanmatras themselves are transformation. А сами танматры. Of ahankar. Трансформация аханкары. In tamas. В тамасе. And ahankar is a transformation. Аханкара это трансформация тоже. Caused by the sutra tattva. Вызванная сутра таттвой. Like this. And so in Vedanta Sutra it is said, Atma Krite Parinavat. Everything is a transformation of Paramatma. Atma Krite Parinavat. То есть Vedanta Sutra говорит, что все существующее является трансформацией Параматмой. God is not the instrumental or efficient cause of the world, like a builder who built a house and then went away. То есть Господь не является таким, как ингредиентом, нет. Причина существования Вселенной, как человек, который застройщик, пришел, построил дом и удалился. God is the ingredient and the builder also. Он застройщик, строитель. The upadan karan, the ingredient and the nimitta karan both. И ингредиенты, из которых все построено тоже.
And so, because of this, we're just coming to this verse now of the 12th canto, a very important verse. Поэтому мы сейчас рассмотрим вот этот стих из 12-й песни Шримад-Бхагаватам. Vikaraha chanamanupi pratyakatmanam antara nani rupyos tenurupi syat chit chit sam atmavat. It means vikaraha atmakrite parinamat. By transformation, the various objects of the world are manifest. Посредством трансформации проявляются объекты этого мира. But pratyakatmanam. Pratyakatmanam means paramatma. Pratyakatma means the atma within the atma. Pratyakatmanam. Paramatma. So antara means different from or separate. Отлично, отдельно. So even though the world is manifest, it has a certain reality. But pratyakatmanam antara, without reference to paramatma. То есть мир существует, это своего рода реальность, но не, без ссылки на параматму. Нирупья means that which can be defined or explained. Нирупья — то, что можно объяснить или понять, познать. Асти means it is. Асти. Ану means minutely, atomically, or a small part. Ану значит крошечку, толику. So nani rupyos tanu api, that not even a tiny part of existence is explicable without reference to paramatma. То есть тут говорится, что не ссылаясь на параматму, невозможно понять даже толику о реальности, о существу, о творении. In other words, everything is inexplicable without reference to Paramatma. То есть без ссылки на Параматму все остается совершенно непонятным и скрытым. But we just, because of avidya, ignorance, we don't think deeply enough. Но из-за невежества нам трудно глубоко вдуматься в это. Just like, you know, Achilles and the tortoise. Как Ахиллес и черепаха. If the tortoise has 100 meters head start on Achilles. Если черепахе дали на 100 метров фору. And then they start to run. И потом черепаха и Ахиллес двинулись. So when Achilles is halfway to the tortoise, the tortoise will move forward a little bit. Когда Ахиллес уже наполовину снизит расстояние между собой и черепахой, черепаха уже сдвинется еще вперед. And then when he's again halfway towards him, he'll move forward a little bit. And then halfway again. And if you keep analyzing like this, he will never catch the tortoise. И то есть, если так анализировать, каждый раз он наполовину приближается к черепахе, черепаха снова немножко вперед уползает, и таким образом он никогда не угонится за черепахой. You know that a line is a combination of points. То, что линия — это совокупность точек. But how many points are in a line? Но сколько точек в линии? Half it again. Then go on forever. То есть делить на половину все время снова и снова. When we think about things, everything becomes very weird. То есть когда мы начинаем думать обо всем, все становится очень таким странным и сложным. And so nothing is explicable without reference to Paramatma. И ничего невозможно понять, не ссылаясь, не включив эту схему понимания Параматму. In 1927 there was a conference of the atomic physicists. В 1927 году была конференция атомных физиков. And Schrödinger was there, Niels Bohr and Albert Einstein. То есть Niels Bohr, Schrödinger, Einstein был там. And this new quantum physics was being presented. И вот как раз была презентация по квантовой физике. That on a very minute level things just seem to happen without any cause. Они пытались говорить, что на крошечном микроуровне все уже происходит без причин как-то. So in the recess of the conference, на переменке, Einstein and Niels Bohr were discussing with each other. Во время переменки на этой конференции Эйнштейн и Нильс Бор беседовали друг с другом. And Einstein just couldn't tolerate. We can't have this science where things just happen randomly without any cause. Эйнштейн сказал, это неприемлемо для меня иметь науку, где что-то хаотично как-то происходит само по себе. So Einstein said, God does not play dice. Он сказал, Господь не играет в кости. And Niels Bohr said, Einstein, stop trying to tell God what he can and cannot do. А Niels Bohr сказал, прекрати указывать Богу, что он может и не может делать. So ultimately, the entire scientific creation is a kalpana. It is a mental abstraction. Ментальная абстракция. Which has some predictive power, который обладает способностью, but not real. The reality is Paramatma.
Но реальность, настоящая реальность, это параматма. It's just like if I come to the room to meet you. Если я войду в зал, чтобы увидеть вас. But I'm wearing a mask. Но я одену маску. Of the face of Nemi Maharaj. С лицом Неми Махарадж. Then you say, oh, Maharaj, pranam. А вы мне скажете, Махарадж? And then I remove the mask. Я сниму маску. And underneath I have a mask of Aristanasan Prabhu. А там маска под низом. You say, oh, Aristanasan Prabhu. Вы скажете, ой, Аристанасана Прабху. Then I remove the mask and it's Krishna Chandra. Я сниму ту маску. Это Кришна Чандра уже. But actually, it's me. Но это на самом деле все я. So in the same way, the scientists, the materialists, they try to look at everything, but beyond that, there's something else, something else, something else, and the sarva karana karanam of the material world is Paramatma, and his cause is Krishna. То есть ultimately. Сарва карана каранам этого творения это Параматма, а глубокие причины существования Параматмы сам Кришна. То есть вот это все маски, а ученые все копаются в этих масках, пытаются их понять, там маска та снимается, там следующая маска. То есть никто до истины докопаться не может, пока они не признают Параматму как истинную основу этого бытия. Now we're coming to the last line. И сейчас последняя строка этого It's стиха. Very fascinating. Потрясающе. But we've run out of time. Так интересно, но времени мало. So we have to explain it tomorrow. Нам завтра придется. But the point I want you to take with you. Что я хочу, чтобы вы извлекли из сегодняшнего обсуждения. Is that avidya is characterized by the non-recognition of Vasudeva Sarvam Iti. That God is the not only the creator, but also the stuff of the world. It is his paramatra has appeared in many forms with so many heads. Sahasrasesha purusha sahasraksha sahasrapate. The Virat Rupa has thousands of heads. That's one of them, that's one of them, that's one of them. These are all the heads of the Purush. And out of ego, he's claiming, oh, this is my head. And this soul is claiming, this is my head. But especially they're claiming, this is my stomach. So I am going to put some of the samosas to one side when I'm serving out to make sure that they're not all eaten by the Vaishnavas. And Kapil Dev said about it. that Kapil Dev said, as long as you distinguish, you make a distinction between your stomach and the stomach of another living being, you have to take birth in this world. Я хочу, чтобы извлекли из сегодняшнего презентации смысл, что симптоматика проявления невежества это то, что мы видим, мы не признаем, что Господь это ингредиенты этого мира. Даже если мы признаем его Творцом, но не понимаем, что Господь повсюду, что это все эти головы, все эти руки, это есть тысячи голов вселенской формы Господа. А каждый из нас считает это нет, это моя голова, это я индивидуален, особенно это мой живот. Поэтому надо припрятать самосы, пока их всех не раздали другим вайшнавам. Это как раз Капил Дев сказал пару слов по поводу вот этого чревоугодничества. Он сказал, что если мы видим разницу между насыщением своего желудка и чужого, то нам тут надолго придется остаться в этом мире. Hey, Dvandva Moha Nirmukta Bhajanti Bam Drida Bratha. Those whose consciousness is free from the dualistic vision, seeing all things to be the Virat of the Lord in this world, they can do bhajan. Not others, because they're always involved in a worldly thoughts. Свободные от дуалистического мышления, видящие проявление параматмы повсюду в этом мире, они могут серьезно заниматься бхаджаном. Остальные слишком вовлечены в мишуру дуального существования. So we'll continue tomorrow. Продолжим завтра.